Приветствую каждого игрока от общего статиста на моем канале, с вами Зав, и я очень рад с вами встретиться. Этот ролик будет у нас необычный, он будет частично разговорный, частично обучающий и частично открывательный на контейнеры. Будем открывать контейнеры, которые мы получили за трансляцию. Я думаю, вы все смотрели трансляцию, ну или большинство из вас смотрело трансляцию. Я вот смотрел ее по-честному полностью, представляете? Ну как смотрел? Старался смотреть. Понятное дело, там были глюки, были лаги, были тормоза. Контейнеры не всем зачислялись. И с контейнерами есть определенные трудности. Плюс мы еще обсудим некоторые моменты, которые именно сегодня актуальны. Потому что, ну, об этом стоит знать, об этом стоит поговорить. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с турниров. Значит, у ребят, у многих возникла проблема, как забрать контейнер. Так, сейчас я проверю. Да, вы все видите, замечательно. Для того, чтобы забрать контейнеры, вот, можете посмотреть, здесь есть у вас, вот, если сюда нажмете, да, есть вкладочка Box Company. Ее нужно прожать, найти здесь ваш турнир, вот, финал лиги Blitzpoint. Проверяете, сколько контейнеров вы успели забрать. Если здесь вы не увидите вот этой галочки, если у вас будет там 10% там от часа, то, соответственно, этот контейнер вам начислить не должны. Может быть, здесь будет нарисован контейнер, но вы его типа не забрали. Тогда нужно будет нажать «Забрать», и вы его сможете забрать. Дальше вы нажимаете «Инвентарь ВК Play» и переноситесь в свой инвентарь. У меня в инвентаре, как вы видите, ничего нет, потому что все контейнеры я пооткрывал, перевел их в пин-коды. Пин-коды показывать не буду, потому что они не актуальны, но тем не менее. Они вот здесь вот находятся. Вы с этим справитесь, поверьте. Вот, самое главное, имейте в виду, что если вы хотите посмотреть, сколько контейнеров вы надыбали, то это вот здесь. Таймер сбивался постоянно, были проблемы, тут бесспорно. Я думаю, что это все будет улучшено к следующему турниру. Ну, в этот раз как-то так. Я вот 5 контейнеров набрал на этом аккаунте, и на другом аккаунте я 6 контейнеров набрал. Поэтому в ближайшее время я проведу небольшой розыгрыш, где эти контейнеры, ну, промокоды на эти контейнеры я раздам. Там по 3 контейнера, и вот именно эти контейнеры мы сегодня пооткрываем. У меня есть по 18, даже по 19 контейнеров на каждом аккаунте, то есть у меня 2 аккаунта игровых. Вот, я открою, собственно говоря, эти фан-кубы для вас, для того, чтобы вы вместе со мной почувствовали, что же я там наполучал. Хорошо, с этим разобрались. Плюс, разработчики сегодня анонсировали День танкиста. Вам нужно кататься и получать вот такие вот нашивки. Все нашивки, наконец-таки, разработчики учли свой прошлый опыт. Они расписали, что каждая нашивка обозначает и что нужно сделать, чтобы каждую эту нашивку получить. Так что, если вы с какой-то нашивкой не знакомы, вы можете просто обратиться к новости и посмотреть, что же вам нужно сделать. В целом, такой ивент уже был. Лучше всего вот эту картинку как-то скопировать, ну, то есть, там, ножницами вырезать или еще чем-нибудь, вот. И прямо в ней, вот так вот брать и зачеркивать то, что вы уже сделали. Потому что если вы этого делать не будете, вы просто забудете, что я получил, что не получил, что мне осталось и так далее и тому подобное. Потом, впоследствии, сегодня вот закончится 9 сентября, ну, завтра, ладно, технически завтра закончится в 8 утра данное мероприятие. А золото начислят в течение 7 дней. То есть потом вы просто забудете, какие нашивки вы уже получили, и это будет, конечно, неудобно. Ну, в принципе, разработчикам бы лучше сделать это в виде ивента. Реально, потому что в прошлый раз они в виде ивента это не сделали. Вот здесь была бы вкладочка с этими нашивками, и они бы там зачеркивали сами автоматически. Это было бы очень удобно. Но нет. Увы и ах. К сожалению, такого не сделали. Поэтому, если вы будете сегодня играть, обратите внимание, что вы можете получить дополнительное золото. А это круто. Хорошо. Далее есть аукцион. Тоже какой-то жестко неудобный аукцион, причем с какими-то упоротыми танками. Нет, это все советские танки, 9 и 10 уровни, все прекрасно, но сами танки, это, конечно, мем какой-то. Распродан уже полностью 268 вариант 4. Почему мне этот аукцион не нравится? Потому что здесь есть количество, здесь есть остаток дней, но здесь нету шага снижения. Непонятно, насколько дешевле станет танк в будущем. То есть вот он 22 500 стоит, какой следующий ценник я увижу? 20 тысяч, 19, может следующий ценник вообще 15 тысяч золота. Ну так есть смысл подождать до завтра? А люди просто берут и раскупают, как будто это предложение, которое вот-вот исчезнет. 752, очень крутой танк, очень крутой. Но за 17500 это, конечно, очень дорого. И за 17500 его продавали full фарше на релизе. То есть, когда он только появился, я его тогда и купил за 17500.
ну, там как бы был и камуфляжик, очень жесткий камуфляжик, очень крутой камуфляжик, который реально стоит поставить на 7.5.2. Один из лучших камуфляжей, по-моему, во всей игре. Касательно остальных танков, ну, более или менее играбельные, это 907 и 260. Они себя неплохо чувствуют. А вот Т-22СР, 4.5.2К и, собственно, 268 вариант 4, который разобрали, они сейчас не актуальны. Если их хорошо ребалансят, то есть у нас скоро вроде как на листе анонсировали ребаланс десяток, ну, может быть, они заиграют. И то десяток. 452К не заиграет в любом раскладе. Так что его брать точно не нужно. Абсолютно точно. Пока он не спустится до цены хотя бы там, ну, не знаю, 1008 золота, я не вижу смысла его покупать. Ну, уж очень он убогий. Ну, может быть, я покатаю на каких-то машинках в будущем, но не сегодня. Не сегодня точно. Вот. Собственно, по новостям прошлись. Теперь, наверное, к открытию контейнеров. Маленький ликбез по тому, как забирать контейнеры, я вам провел. Там дальше вы найдете промокоды. Промокоды нужно ввести в игру, и можно получить до 18 контейнеров. Больше 18 контейнеров получить на аккаунт, к сожалению, нельзя. Это просто невозможно. И вот сейчас я специально для вас открою фан-кубы. 19 штук на этом аккаунте. Плюс я еще открою подаренный советский контейнер. Вдруг мне повезет, там что-то советского контейнера выпадет. Тут тоже есть интересные танки некоторые. И, пожалуй, открою тоже контейнеры полезный дроп М и полезный дроп L. Если что, подписывайтесь на телегу. У нас в телеге периодически появляются уведомления о том, что можно эти контейнеры забрать каждые 7 дней. Для того, чтобы вы точно могли забрать полезный дроп L, потому что он самый важный. Ну, полезный дроп M, там нужно самому, конечно, следить лучше по-хорошему. Он каждые 2 дня обновляется. Но полезный дроп L хотя бы, который каждые 5 дней обновляется, вы забирать будете. Ну и поехали. Поехали открывать контейнеры. Начнем, наверное, с... Давайте с полезного дропа М, так сказать. Скормим полезный дроп М нашей системе, чтобы она там подумала, что ничего не падает, и дала что-то с фан-кубов прикольное. 15 контейнеров нас впереди ждут. Погнали. Пока что падает какая-то шелуха абсолютная. Да. Но, тем не менее, иногда с этих контейнеров тоже что-то более или менее годное выпадает. Но в основном это все-таки связано с полезным дропом L. Поэтому на M я как бы особо и не ставлю. То есть вы видите, да? Бустеры, бустеры, бустеры. С другой стороны, у нас скоро ивент на слив ресурсов. А бустеры там могут вполне себе понадобиться. По поводу ивента на слив ресурсов обязательно выпущу ролик. Обязательно обсудим, что там за ивент. Что в нем можно сделать, чтобы получить новые танки. Но когда этот ивент начнется? Начнется он, кстати, в понедельник. Поэтому недолго нам ждать осталось. В понедельник уже начнем сливать ресурсы. Кстати, это еще будет один ролик по открытию контейнеров. Забавно. Много открытий контейнеров вдруг на листе стало. Ура! Я доволен. Ну, в общем, чуть-чуть бустеров золота мне выпало. По сути, ничего интересного. Но вот контейнеры, последний дроп L, на них я надеюсь. Здесь реально может и танк выпасть, и золотишко, и контейнеры какие-то более или менее интересные. О, пожалуйста, соточку золота. Ну да, соточку золота, как бы, ну, копейки, да. Но с другой стороны, это же бесплатно. То есть я просто каждые 5 дней заходил, вот, пожалуйста, еще 200 золота. И на халяву получаю золото. Меня это вполне устраивает. Контейнеры не какие-то суперкрутые, но зато бесплатные. Давай что-нибудь ценное, что-нибудь такое, чтобы все люди сказали: «Вау, нифига себе, вот это контейнеры!» Ну, пока что ничего ценного, что-то не падает. Один день према. Ну, спасибо, спасибо. На ивенте на слив ресурсов нужно будет по 50 дней према. Ладно, золото чуть-чуть получил, малех побаловались. Теперь приступаем к основному блюду. К контейнерам фан-куб. Здесь есть интересные танки, но в основном эти танки у меня уже на аккаунте, по-моему, есть. Да и шансы на танки на самом деле маленькие. Но здесь есть контейнеры. А вот контейнеры — это очень круто, потому что некоторые ребята, я видел, что с контейнеров получали и по 100 тысяч золота. Так что посмотрим, что мне достанется. А, ну и да, и можно получить до 5000 золота. В этих контейнерах тоже есть определенный шанс. Ну вот, соточку золота я уже получил за то, что мучился на трансляциях. Ключ, это 300 золота. То есть 400 золота у меня уже есть, условно. На халяву пока что. Еще 500, уже 900, 900 золота. Угу. Двигаемся дальше. 19 у меня контейнеров, потому что один контейнер я получил на халяву. Его можно было с сайта забрать. Так, ну, пока что у нас остается все еще 900 золота, но я верю в то, что мне выпадет там 1003 хотя бы. О, полторашечка. Уже 2400 получается, да? Да.
2400. Неплохо. То есть на халяву. Еще полторашечка, ёлы-палы. Это уже 3900. Охренеть. Не, ну я не ожидал, что у меня будет 3900 золота. Собери их все, давайте сразу откроем, чтобы потом не мучиться. 3900. Ну, мне нравится. Уже скоро, кстати, соберу. Собери их все, еще 1000 золота. Так, окей. Давай, разгоняйся, разгоняйся. 3 золота. Выпадают части сертификата, они, конечно, ни о чем. Но, опять-таки, это все на халяву. Сомневаюсь, что я с частей сертификата что-то соберу, но я думаю, что эти контейнеры будут пихать и дальше. И, соответственно, в будущем когда-нибудь, в будущем, мы все-таки соберем что-то. Сейчас, смотрите, вот 15 контейнеров будет, я получу еще один дополнительный контейнер, вообще огонь. А с него может выпасть чисто теоретически, там, крушитель, уничтожитель и все такие машины. Но, да, вот он, вот этот контейнер, мы его открываем тоже. Мало ли с него что-то годное выпадет, не выпало. Но с него падает, честно говоря, редко что-то годное. То есть вот можно посмотреть, что внутри. Здесь у нас есть крушитель. А, нет, уничтожителей нету, пардон. Здесь есть 100 тысяч золота, химера, вазон. Ну, тоже достаточно интересные танки. Могли в теории упасть, но не упали. Не сегодня, не сегодня. Но у нас есть еще 4 контейнера. И, в принципе, я уже получил 3900 золота. 3900 золота меня вполне себе устраивают, как награда за просмотр данных турниров. Хотя были трудности с просмотром. Да, к сожалению, я больше ничего не получил. Только 3900 золота. Ну ладно, а, ну да, советский контейнер. Последняя награда, которая у меня есть. Попробуем ее открыть. И сейчас еще на втором аккаунте обязательно тоже посмотрим, что же мне выпадет. На моем основном. Это был аккаунт Твинка. 3900 золота сюда упало. Я доволен. Аватар Тотем. Хорошо. Благодарствую. Собственно, все. На этом аккаунте у меня стало теперь 26 тысяч золота. Хорошо. Переходим на основной аккаунт. Давайте. Итак, вот мы на основном аккаунте. Давайте забирать здесь тоже награды из контейнеров. Посмотрим, что же мне здесь выпадет. Так, контейнеры фан-кубы здесь есть. Тут контейнеры полезный дроп М и L я открывать еще пока что не буду. Пока что я их коплю. Что-то еще тут должно быть. А, вот, советский контейнер. Все. Вот, советский контейнер мы здесь тоже, естественно, откроем. Поэтому погнали. Сначала контейнеры фан-куб. Посмотрим. Посмотрим, что здесь выпадет. Опаньки! Просто космос! Это задел на золото. Просто космос крутые контейнеры, я их очень люблю. Может быть, с него выпадет мне что-то очень годное. Давайте проверять. Тоже посмотрим, сколько золота я здесь получу. И контейнер-сюрприз. Да ёлы-палы, ёлы-палы, ну золото мог бы дать. Ну ладно, давайте, контейнер-сюрприз. У меня матрешка. Контейнер в контейнере и еще в контейнере. Бачат, бачат, из бачата нам выпадает. Золото, золото, золото. Нет. Черт. А такие надежды были, такие надежды были. Ну ладно, кучу наград с первого контейнера получили. Давайте открывать дальше. Еще 18 штук впереди. Может быть, золото тоже получу. Я надеюсь. 200 золота. Все, держи, дружище. Не обляпайся. Что у нас здесь? Еще 200 золота. Уже 400. Иду на повышение. Так. Черный ящики, это хорошо. 200 золота примерно. Минимум. Может быть больше. И... Стоп. Да ёлы-палы. Как так может быть? Просто по минималкам по каким-то иду. Ёлы-палы. Ладно. 500 золота получил. На халяву пока что. Ну, 500 золота. Приятненько. Нет, ни хрена не приятненько. Где мое золото? 600. Уже 600. Камуфляж серебряный барс. Как он выглядит? Да ну, это какая-то фигня. Это какая-то фигня. Хоть бы камуфляжки какие-то годные положили. Разработчики. Кто ж так делает? Так, что-то здесь интересное. Собери их все. И энергия плазмы. Он камуфляжик энергия плазмы, кстати, красивый. Он мне нравится. Он светится. Вот видите? Там сияет. Так, хорошо. Собери их все. Ну, вряд ли собери их все. Мне, конечно, что-то годное выпадет. Но это, по крайней мере, небольшой шажок к 1000 золота. Ладно, двигаемся дальше. Вроде наград падает много, да, вот так вот насыпает, а все какая-то труха. 300 золота, там 200 золота, сколько у меня было там? 600, да, 900 стало. 900 золота, ё-моё, на твинке падало лучше. О, этот контейнер вообще прям говнище. Но здесь, кстати, есть иксы, может быть, кому-то
кто прокачивает технику, это будет полезно. У меня просто все выкачено. Разработчики про новую ветку, к сожалению, на турнире ничего не сказали. Я очень надеялся, что новую ветку какую-то анонсируют. Охренеть. Я получил химию. Только она у меня была. Лучше бы я ее получил на твинке. Нафига мне здесь химия? Просто компенсация в серебре. Ладно, куча серебра получил. Ребят, я танк получил на халяву. Танк. Просто за то, что смотрел трансляции. Неплохо. Не, ну если бы у меня ее не было, это было бы очень круто, конечно. Для новичков вот так вот просто посмотреть трансляции и потом получить химеру. Очень хорошо. На мой взгляд. Но для меня, как для игрока, который уже давно-давно играет, контейнер вообще огонь. Ну давай, не подведи. Золото с вероятностью 33%. Не дай бог, мне опять ничего не выпадет. Это получается, что я на 60% лошара. Давай, золото. Аллилуйя. Слава богу. 33% прокатили. У меня еще 4 контейнера. Так, а сколько у меня там было? 900, теперь 1400 получается, да? 1500. Ну все. Обогатился. 1500 золота. Блин, ну дайте хоть один раз. Ну еще 300 золота, кстати, за ключ. Ну ключи я сохраняю, потом может быть когда-нибудь что-нибудь пооткрываю с них. И последний контейнер. Давайте что-нибудь пощелкаем тут рядышком, чтобы у нас прям что-то годное с него выпало. Давай, просто космос. А с него 100 тысяч золота. Нет. Нет, к сожалению, камуфляж фан-зона. Но все равно эти контейнеры достались мне на халяву. Так, ну и давайте советский контейнер тоже приговорим. Где он у меня здесь? Вот он, советский контейнер. Здесь, к сожалению, ничего интересного нету практически. Ну, может, золото выпадет, если. Если золото выпадет, я буду прям счастлив. Но там шансы на самом деле крошечные. И падает, падает, падает королевская кобра, аватарка. Ну, как-то так. Как-то так, потихонечку, полигонечку. Золото у нас все-таки копится, но как-то слишком полигонечку. Ладно, сегодня на стриме покатаемся, попробуем сделать вот эти всякие... Пардон, не сюда. Вот эти нашивки. Может быть, за эти нашивки я получу хоть какое-то золото. Некоторые нашивки очень легко сделать на самом деле, а некоторые нашивки нужно еще попотеть. Советую начинать с тех, которые более простые. Потому что там два поджога, вот это практически от вас не зависит. Но может быть вам повезет. Или бы укладку взорвать, тут тоже где-то она есть. Вот это, по-моему, да? Тоже от вас не сильно зависит, но чисто теоретически, если вы знаете, где бы укладки находятся, вполне можете попытаться ее подорвать. Приходите на стрим, поболеть за меня, покататься самим. И всего вам хорошего. Спасибо, что были со мной до самого конца. А, лайк, лайк, обязательно лайк, без лайка не уходите. И обязательно нужно подписаться на канал. Без подписки тоже нельзя уходить. Все, ладно, всем спасибо и всем пока.